Перерыв. Для кого перерыв, пока непонятно. Такое ощущение, что просто Ольга Викторовна решила опять пофотографировать детей. Все на низком старте и следующий подъем в гору. А вы знаете, кто такие шерпы? Шерпы – это люди, которые носят за туристами огромные рюкзаки. И в них находится питание и различное оборудование. В данном случае шерпами выступали старшие братья и отцы. Дети же шли налегке. А некоторых детей уже готовят к профессии шерпа. И я думаю, что когда-нибудь эти дети покорят пик Ленина. А сзади и спереди будет бегать Ольга Викторовна и фотографировать их, чтобы отдать им фотографии на выпускном вечере.